И снова здорово, друзья мои, мы переходим к шейно-воротниковой зоне. И, как я говорил, мы работаем от лопатки, да, до макушки, получается. Первый сет мы разворачиваемся, убирая лимфу вот туда, обходим человека и становимся в исходную позу кибодачи, поза наездника. И тут нам надо смотреть, чтобы шея распрямилась. Бывает шея у кого-то укороченная, бывает тут складка такая глубокая, да. Поэтому просим либо человека лбом нырнуть вот туда. Так, сможешь подвинуться? Вот. Либо положить руки под голову, лбом на руки. Вот она, да. Если все равно она укорочена оказывается, тогда можно локти на месте, а руки под грудь заведись или ладони под грудь. Да, и ныряй туда, опускай голову. Вот, видите, она вытянулась, да, и мышцы нам хорошо видны. Либо можно использовать подушку для таких людей, ну, либо маленькую вот такую подгрудную клетку положить, да. Давайте попробуем. Вот, видите, выпрямилась, даже складка исчезла. Либо, да, побольше подушку подложим. То есть подушки у нас в работе незаменимы. Поднимись. Вот, на клетке раз. Да, вот так удобно? Угу. Вот, и дышать она тоже удобно, да? Вот шея у нас растянулась. И теперь сама наша работа. Сет номер один. Значит, отводим кровь в сторону, от центра к периферии, и все наши движения пойдут вниз теперь. Так, быстро трем. Должен быть слышен звук такой, трение. Вот это перепонка получается, да? В стороны. Рука останавливается, где крепится акромиальный отросток с ключицей. Тут акупунктурная точка, да? Продавливаем ее. И вокруг акромиального отростка открепляем большим пальцем дельтовидные мышцы. Так вот, в сторону, вот, отрываем их от мяса. Идем до конца по лопаткам. Возвращаемся сюда, и прием называется крылья Купидона. Мы как бы нарисовали крылышки, видите, вот перышки так, раз. Нарисовали маленькие крылышки. Здесь натягиваем скатерть на себя, прием натяжка, натягиваем скатерть или одеяло на себя, да, за трапеции. И руки превращаются в кулак. Кулаками растираем достаточно жестко холку. Я вам говорил, что по костяшкам, костями по костям бить нельзя, да, будет болезненно, особенно по сисьм отросткам, но тут можно, особенно тем, у кого холм такой, да, можно прям пробивать их достаточно жестко, все, и аккуратно, или водить по ним костяшками, тут в принципе можно, тут терпит человек нормально. Развили теперь руки в сторону, вот уперлись в акромиальный отросток и расширяем плечи, да. Уголок лопатки обычно болезненный, опять сводим руки, чтобы их обойти. Кулаками идем сюда и разводим теперь уже здесь, рисуя, вот видите, такие рисунок получился, еврейский канделябр. То есть получается, он называется минора. То есть вот мы нарисовали основание канделябра, его стержень, и тут 8 подсвечников с каждой стороны позвоночника нарисовали, видите. Уперлись, соответственно, в тазовые кости и декомпрессировали их вот туда по очереди протолкав. Прямо в кость. Не в мясо, да? Мясо нет смысла толкать, а именно в кость. Вот тазовые кости потолкали. Вернулись обратно и рисуем второй канделябр минора. Растянули основание, стержень. И теперь вот как будто бы вот так вот массируем. Как будто бронетранспортер спускается с горочки. Уперся и забуксовал. Такие названия приема, чтобы вы легче запомнили. А по сути, мы как отбойным молотком отталкиваем таз назад. Да? Опять эта точка наша, базис, камень преткновения. Если все кости растут от нее, те, которые растут вниз, мы толкаем обратно вниз туда, а те, которые растут вверх, мы толкаем вверх. То есть вот мы как бы его декомпрессируем еще раз. Бронетранспортер спустился в горочки и забуксовал в низине.
Теперь третий проход. Растянули, это основание нарисовали, стержень. И опять рисуем канделябр. Но у канделябра же должно быть еще девятый подсвечник. Он по центру. Вот мы этими частями рисуем с боков, а большими пальцами по центру вокруг позвонков. Обходим. И вот этот сустав, где пояснично-подвздошный и крестцово-подвздошный, вот эти места, да, мы их отдельно протягиваем, прорабатываем. Вот так вот с подкруткой, с растяжением, твист называется, да, вот скручивание такое. И как бы зажгли подсвечники, свечки, да, все 9 свечей зажгли. Руки остаются здесь на костях, и мы по очереди тянем таз. Ну, одна рука потом уходит на самую, получается, верхняя часть. Это ось лопатки, вот она выпирает. А тут уголок подвздошной кости. По диагонали. Диагональная растяжка. То есть это не массаж, видите, мы не ползем никуда руками, а на месте растягиваем. И потом всю нашу картину, вот эту, которую художник нарисовал, смываем. Художник стирает картину. Раз. Еще раз за ребра, вот так вот его можно от реберной невралгии избавить. И еще вот так вот поднимаем. И раз. И смахиваем весь негатив с углов локтей, да, вот просто в стороны. Все, опять встали в исходную точку кибодачи. И дальше начнется сет номер 2. Но сейчас я с вами не прощаюсь, а жду вас на нашем тренинге. С вами был Олег Алавгудин. Чик-чик.